Благотворительную акцию в Сузакском районе Туркестанской области устроили выпускники школы, окончившие ее 20 лет назад. Собрав деньги, бывшие одноклассники помогли малообеспеченным семьям обрести жилье. О добрых делах, ставших уже доброй традицией у местных жителей, сюжет Рауля Габитова. У Салтанат Ахметовой трое детей, двое из которых инвалиды. Женщина рано овдовела, жилья своего не было. На помощь пришли односельчане, окончившие школу 20 лет назад. Одноклассники с нуля построили дом и в торжественной обстановке вручили новоселам ключи. Помимо нас в доме у родственников жили еще три семьи. Было очень тесно. Мои дети всегда мечтали иметь свою комнату. Теперь их мечта исполнилась. Я очень рада. Мы с одноклассниками взяли список малообеспеченных семей и выбрали, кому сделать подарок. В итоге остановили выбор на этой семье. Мы посчитали, что больше всего они нуждались в своем доме. Нам приятно, что мы доставили им радость. Еще одну семью осчастливили в районном центре. Выпускники школы имени Алтынсари на 20-летней давности собрали порядка 7 миллионов тенге и купили готовое жилье. Отремонтировали комнаты и подарили многодетной матери-одиночке. Для женщины сюрприз стал неожиданным. Мы с детьми арендовывали небольшой дом. Сегодняшний подарок стал полной неожиданностью. Когда проснулась сегодня, даже не представляла, что в один миг обрету собственную крышу над головой. Большое всем спасибо. Благотворительные акции в Сузакском районе проводятся регулярно. Жильем малообеспеченных сельчан обеспечивают не только выпускники, но и предприниматели. По словам жителей, соблюдать давнюю казахскую традицию асар здесь стараются всегда. К слову, в очереди на социальное жилье в районе состоят более 1000 очередников. Рауль Габитов, Ербол Атабишев, Хуан Шабуф, Хабар 24, Туркестанская область.